Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественном поппере от компании SPRO. Моделька называется POP65. Данный попперок имеет длину 65 мм и весит он 7 грамм. Поставляется поппер в такой вот упаковочке. Соответственно, попперок у нас плавающий. Так называемый топ-вотер. На обратной стороне упаковки видим внутреннее, скажем так, устройство данного поппера. Имеется шумовая камера здесь. Звук слабо шумящий, не звонкий. Сам поппер, в принципе, имеет классическую форму тела. Некий такой конусный воблерочек, постепенно снисходящий к хвостовой части. Плевалка, так называемая плевалка, углубление, соответственно, в носовой части довольно-таки явное. Практически под 45 градусов скос относительно оси приманки расположен. Здесь детализация отличная, 3D-глаза, соответственно, детализацию чешуи, жаберных крышек и так далее. Конечно же, на, скажем так, клев на соблазнение рыбы вот эта детализация, она особо эффекта никакого не дает, но, опять же, в руке приманку очень и очень приятно держать. Крючки здесь качественные, очень острые, причем брюшной тройник имеет красную окрасочку, красный цвет, соответственно, и задний тройник у нас черный. Попперок у нас летит очень и очень отлично. Летит в ветер, соответственно, еще лучше летит он в безветренную погоду. С этим абсолютно никаких проблем нет. После приводнения поппер довольно быстро всплывает. Что мне понравилось в данном поппере, могу его, кстати, посоветовать новичкам, то что поппер довольно-таки отзывчив и подойдет ко многим видам спиннинга. То есть некоторые поппера есть довольно-таки капризные к снасти и к проводке, то есть не всегда получается хороший бульк. Данный же поппер, как мне показалось, довольно-таки отлично отзывается на различные снасти. То есть управлять им довольно-таки легко, бульк получается довольно неплохой. Это, конечно же, именно не панацея, именно создавать булькающие звуки можно более резкий, скажем так, протяжный рывочек совершать, и воблер начинает как бы брызгать. То есть здесь, в принципе, все на, скажем так, на ваше усмотрение. Проводку можно подбирать любую. Отлично данный попперок подойдет для ловли щуки, окуня. И также в некоторых ситуациях можно применять по белому хищнику данный поппер. Приобрести приманочку можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного магазина. Всем, кому видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.